Кустанае проводили призывников. В парке Победы наставления молодым бойцам дали ветераны Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Отдавать долг родине в этот раз едут 30 ребят. Все с отличным здоровьем и большим желанием служить. Форму будущие солдаты надели сразу. Это новшество пришлось им по душе. Всего, по данным военкомата, в этом году в области будут призваны около 1000 человек. С первого дня, когда призывник одевает молодой человек форму, она уже начинает подтягивать его воинской дисциплине, порядку. Он сам уже начинает привыкать к этой форме и сам уже к этому интерес появляется. Каждый гражданин Республики Казахстан должен отслужить в армии, ну, каким бы этим трудным испытанием ни казалось. Вот я форму одел, я начал себя чувствовать более уверенным в себе.